Залог успеха любого дела – грамотное планирование. И поэтому, чтобы провести выходные так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые выходные же, планировать их нужно с четверга, рубрика «Выбор редакции». Мои коллеги Саша, Рома и Оксана совсем не готовятся к грядущему уикенду. Говорят, устали за неделю, будем дома отдыхать. Предлагаю переубедить их и заодно убедиться, что грядущие выходные очень насыщенные. Талантливые люди талантливы во всем. Умеют петь. Под магнитолу в машине пою как Басков. Хорошо танцуют. Как я. Видели на корпоративе меня, и делают все вышеперечисленное так, что этому радуются окружающие люди, и это их нисколько не раздражает. Ну да, в последнем меня превзошли актеры вечера оперетты, на который я, пожалуй, схожу в ОДНТ. Оперетта – это вечный праздник, молодость, красота. От нее веет легкостью и влюбленностью, а не домашними котлетами и старой шалью, как думают некоторые. Поэтому зрителей всех возрастных категорий приглашают 29 ноября в ОДНТ в 15:00 на вечер оперетты студии «Орфей». Для кого-то за окном холод собачий, а для них класс. Для кого-то вода слишком ледяная, чтобы в нее залазить, а им классно. Для кого-то они безумцы, а сами они себя называют моржами. Кстати, их заплывы в Кирове состоятся 29 ноября. А словом «класс» идеально восхищаться, когда челюсти в ледяной воде примерзли. Сань, включи кондей на минус 30. Ух, класс! Под задорный стук зубов, крики от мороза и под звон трескающегося льда вновь будут собираться кировские любители ледяных заплывов. В их ряды можете вступить и вы. Открытие купального сезона вятских моржей состоится 29 ноября в 12:00 у проруби Кузькина яма. Мало кто знает, но я просто обожаю Агату Кристи. Футболка фирменная есть, кружки. Бывало, соберемся с друзьями вечером и под гитару книжки ее читаем. Пуаро, мисс Марпл, по настроению. А еще поговаривают, что писательница Кристи поет. Пойдем смотреть на концерт всем читальным залом. Оп, заминочка вышла. Писательница не сможет приехать. Зато приедет, в отличие от нее, живой и здоровый лидер группы Агата Кристи Вадим Самойлов. Он уже вырастил не одно поколение на своих хитах «На ковре-вертолете», «На тебе, как на войне» и других композициях для кричания под гитару. Любоваться на кумиров идем 30 ноября в 19:00 в Вятскую филармонию. Это была рубрика «Выбор редакции». Наглядная карта развлечений для твоего уикенда. На ковре вертолет.